день, уважаемые коллеги. Меня зовут Костельцев Владимир. И на выставке «Ингредиенты 2018» я представляю компанию «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт». А на этой выставке мы присутствуем впервые и совместно в партнерстве с Кемеровской фармацевтической фабрикой представляем ряд продукции, представленные на данных стендах. А среди этой продукции можно увидеть растительные экстракты, а также продукцию из сухого меда и продукцию из сухой растительной продукции. А цель нашей выставки – это заявить о себе, рассказать о том, что есть такие компании, о том, что есть такой замечательный институт, который занимается разработкой фитобиотиков для крупного рогатного скота, различных ветеринарных препаратов для домашних животных, и найти новых партнеров, и, скажем так, с тем, с кем можно заключить долгосрочные хорошие отношения. Спасибо вам большое, спасибо за внимание.